Кив'янина може бути лише одне запитання. Наскільки ми розуміємо, харківська компанія подала на реєстрацію російську вакцину «Спутнік В». Що чути з цієї царини? І як взагалі ви сприймаєте те, як Кабінет міністрів от наш вибудовує свою політику і стратегію стосовно вакцинації? Перше. Я от послухав экс-заступника очільника МОЗ пана Загрійчука. В первой части я с ним не могу согласиться его спича по поводу там не могу критиковать там и так далее, нейтрально как-то позицию. А во второй части согласен, что действительно проводить профилактическую беседу, по крайней мере информировать население, что действительно вакцинация это единственный способ сохранить жизни и здоровье в будущем людей. Дело в том, что у нас последние 5-6 лет как-то поднималась тема, что вот хочу вакцинируюсь, хочу не вакцинируюсь. Дело в том, что советская система показала, что это довольно-таки эффективный способ, прежде всего, профилактической медицины. И то, что было уничтожено, санэпидслужба, она же была уничтожена там вчера, позавчера, а несколько ранее. У меня закладывается впечатление, что сейчас министр Ляшко, он получается как бы генерал, но без армии. Поэтому это тоже большой вопрос к его деятельности. Сейчас пока не министр. Але, ну... ну, или там, заступник. Кто у нас? Проводка, или как говорят? Да. Да. Так, по поводу Харькова, какие успехи? Первое, что я считаю, что действительно было бы здорово для меня, как харьковчанина, как украинца, который прежде всего мыслит стратегически, который понимает, что действительно было бы здорово производить вакцину на мощностях харьковского предприятия. Это предприятие 1896 года успешно работает на постсоветском пространстве и является промышленности не только в Украине, а в целом, может быть, в Европе. И было бы здорово, если бы эта тема несколько быстрее шла и быстрее была зарегистрирована возможность производить ее, и власть всячески способствовала бы этому. Но когда мы слышим заявление того или иного министра, в том числе Степанова, про поводу третьей стадии, прошли, не прошли, тогда я буду рад, когда все-таки здравый смысл победит. И мне бы очень хотелось, чтобы наша страна не пасла задних. Это вы про что? Про здравый смысл, это про что? Зарабатывать. Раз. И будет очень удивительно, если, скажем, пани Меркель помогает же всеми способами зарегистрировать эту вакцину «Спутник В» в этом самом Европейском Союзе. Так мы рассказываем там, что это российское и, там, и так далее. Подобное. Поэтому здесь, прежде всего, здоровье людей, здоровье нации, прежде всего. И никакой политики кому-то нравится, не нравится. Но я считаю, что первое, что российский народ и Российская Федерация для нас не враги, раз, а именно гуманитарный вопрос спасения жизни и здоровья людей еще раз показал, что Российская Федерация, благодаря договоренностям Виктора Медведчука, который раз показала свое лояльное отношение, было протянуть руку помощи. И это, считаю, важно. То, что мы, к сожалению, у нас с ног на голову и потратили там студию, оставили деньги из коронавирусного фонда на дороги и освоили их там. Ну,